Добрый день, уважаемые подписчики сайта «Народный контроль». На сайт общественной организации обратились предприниматели с просьбой провести общественную проверку размещения нестационарных торговых объектов по улице Билимбаевская, 15. Значит, обществом с ограниченной ответственностью «Торгпрайм», который представляет интересы Союза прав предпринимателей, обратилась с запросом в администрацию города Екатеринбурга для получения сведений о нестационарных торговых объектах, размещенных на территории, расположенной по улице Билимбаевская, 15. Значит, был получен ответ, что согласно схеме размещения на этом земельном участке размещено 3 торговых объекта. Вот мы изучили, получается, ответ, полученный комитетом по товарному рынку. Так, сейчас вот смотрим. Вот у нас получается схема размещения согласно постановлению. Вот видим, что под пунктом 37, 38, 39 у нас размещено 3 нестационарных торговых объекта. Но по факту мы видим, что их здесь не 3, а порядка, ну сколько, 20 штук есть, да, наверное, да? С учетом того, что с той стороны и с этой стороны у нас павильон стоят. Вот. Изучив ответ, направленный комитетом по товарному рынку, подержи. Значит, мы пришли к выводу, что комитет по товарному рынку умышленно вводит в заблуждение предпринимателей и дает неправдоподобные сведения. По Билимбаевской, 15, то есть сведения о киосках и павильонах, которые размещены на этом земельном участке. Но по факту, визуально, если посмотреть, то мы можем увидеть, что та информация, которая есть в сведении представителям комитета по товарному рынку, не соответствует действительности. По данному факту также было направлено исковое заявление в суд. И там неоднократно всплывала проблема определения фактического расположения объектов на местности из-за отсутствия в Свердловской области качественного регулирования размещения этих объектов. В том числе определение характерных точек границ мест установки нестационарных торговых объектов. Основные инициаторы, разработчики НПА под руководством замглавы города Екатеринбурга по вопросам потреб рынка на совещаниях постоянно озвучивали всевозможные причины для недопущения границ в системе МСК-66. Такая ситуация позволяет укрывать незаконно установленные НТО, создавая негативное отношение горожанам ко всем этим нестационарным торговым объектам. Значит, по этому поводу нам комментарий даст еще представитель Союза по защите прав предпринимателей Рудаков Денис. Вот мы наблюдаем очередной пример, как комитет по товарному рынку, получая зарплату у государства, выполняет негосударственную работу. Здесь в 2018 году были исключены несколько объектов из схемы. На эти места тут же встали незаконные НТО, которые не платят налоги, не платят в бюджет ничего. Деньги черным налом оседают у них в карманах. Да, получается, бюджет от этого страдает. Да. Недополучение денег средств на лицо, да, то есть получается. Если фактически это все посчитать и провести калькуляцию, и учитывая сроки не внесения этих средств, сумма получается приличная, да? То есть, да, там очень, там, тут не, может даже там не 1 миллион будет у них. Конечно. Со тяжкой составы по экономической направленности. Да, да. И вот мы вот видим этот, опять, что в схеме всего лишь 3 объекта, на деле тут около больше 10, по Билимбаевской 15, около 10 объектов по Билимбаевской 17, соседний дом. Вот как бы. Причем информация, которая есть в обращениях, в ответах, да, в наших, разнится кардинально с тем, на самом деле, что мы видим здесь на месте. То есть непродовольственные товары, киоски, фрукты, овощи. Ну вот увидим по факту, ну процентов, наверное, 30-20% занимает торговые сети операторов сотовой связи Теле2, Билайн, МТС, Мегафон, Мотив. То есть целых 5 операторов торговых сетей. Однако в ответах мы не видели и не слышали вообще ничего про это. То есть вот ни в том, ни в наших ответах, ни в ваших ответах, никакой такой информации нет.
Они постоянно вводят заблуждение только лишь. Ага. Назвать по-другому как-то лучше нельзя, потому что если значит, у нас нашло лицо пишет одно, по факту про совсем другое, идет нестыковка информации, мы можем сделать только один вывод, что идет целенаправленное, систематическое, предметное введение заблуждения, как предпринимателей, так и граждан, в том числе и нас, как общественную организацию. Значит, техническая 37 – это вид через дорогу. Вот получается у нас, согласно полученному ответу из комитета по товарному рынку, на этой территории размещено 5 торговых объектов. Но вот считаем, сколько их на самом деле. Вот у нас получается на углу стоит еще дополнительный один павильон. Это раз, шаверма 2, бигбург 3, аксессуар 4, деньги мигом 5, павильон цветы 6, дальше идет билайн 7. Теле 2, 8. Вот эти торговые объекты также привязаны к адресу техническая 37. Если их посчитать, также получается у нас 8, 9, 10 объектов. То есть вместо трех законных у нас стоит 10 штук. 10 торговых объектов, нестационарных. Получается, из них 7 объектов стоят незаконно. Незаконно стоят и пользуются земельным участком безвозмездно. То есть это говорит о том, что идет недочисление, недоимка денег бюджетных средств, идет незаконное использование электроэнергии. Вот у вас сплошные провода идут, получается, прямо на этот столб. Вот стоят скрутки. Также пользуются незаконной электрической энергией. Также у нас стоит павильон «Русский фейерверк», тоже незаконно, тоже отсутствует схема размещения. Сейчас спросим у работников данного павильона, как долго они работают и как долго они здесь стоят. Так, «Русский фейерверк». Добрый день. Скажите, пожалуйста, это вот из правозащитной организации «Народный контроль». Нас интересует вопрос, давно вы здесь вообще работаете? Этот павильон давно здесь стоит? Да. А сколько примерно лет? С 13 года. С 13 года, это почти 9 лет получается. Mm-hmm. То есть вот видим, что со слов продавца данный павильон работает 9 лет. Деятель осуществляет у нас Новоселов Константин Сергеевич. Но согласно информации, которая направлена КТР, представителем комитета по товарному рынку Фирсовой, информация, значит, соответственно, здесь не указана. То есть данного павильона в схеме размещения нет. Соответственно, получается, он стоит у нас здесь незаконно. Так, вот эти два павильона также стоят незаконно, то есть также их нет в списках. Кебаб, кофе и шаверма. То есть тоже занимают эту площадь незаконно. Никаких мер по выносу, по направлению уведомления о демонтаже этих объектов. Все эти мероприятия администрации не проводятся. По этому адресу техническая 39 – очередной пример, когда администрация создает условия благоприятные для незаконных предпринимателей и в то же время ущемляет права предпринимателей, которые хотят платить все налоги, все бюджеты оплачивать. Вот по данному адресу предприниматели неоднократно обращались с заявлениями о том, чтобы они могли законно установить свои НТО, но администрация категорически отказывает. Вот с 2013 года стоит «Русский фейерверк», и вызывает удивление тот факт, что вот в течение 8 лет администрация этот павильон не видит вообще в корне. То есть это удивляет. Ну как так? Ну это что за такое? Что отношение к своим должным обязанностям? Что они за зарплату получают? Вопрос как бы до сих пор остается открытым. «Русский фейерверк» вроде не сезон, а до сих пор фейерверками торгуют.